сегодня мы будем готовить второй по популярности коктейль в мире. И это Манхэттен. Для этого нам понадобится виски, сладенький вермут и битес ангостура, а также лед, стаканчики для украшения, я сегодня возьму кожуру лайма. Поехали! Здесь у меня уже есть лед, я набрала. В мерный стаканчик наливаем виски 50 мл. Новенькие виски, только с прилавка. Так, здесь у меня 30 сверху, я наливаю вот так и еще чуть-чуть, вот так. Готово. Дальше, сладкий вермут, 30 мл. Поехали. Готово. И ангостура, битер, ну буквально пару капель, 1-2 капельки. Прямо очень-очень чувствуется вот это вот. Давай, пожалуйста, немного. Окей. Все. Взбиваем. Готово, ребята, готово. Можно, конечно, через ситечко процедить. А у меня нету ситечка. Но если нету ситечка, то уже как получается. А так не получается. Сейчас отдохну чуть-чуть и дальше продолжим. И делаем такую полосочку, слайсик лайма. Можно, конечно, апельсина, но у меня апельсина не оказалась. Готово. Манхэттен готов. Но теперь мне понятно, почему он такой популярный. И сладкий, и с пряностями. Этот коктейль был изобретен в 19 веке в США. И потом очень распространился на Европу, особенно на Англию. В общем, попробуем. Сладкий, в меру алкогольный. И с нотками вот таких специй. В общем, неплохо. Приятного коктейлепития, ребятки!